Вагоновожатый Глеб Евстифеев и кондуктор Ольга Марфутина 9 мая в рейс вышли в форме солдат Советской армии времен Великой Отечественной войны. Молодые люди рассказали, для них честь участвовать в акции «Трамвай Победы». У Глеба оба деда воевали на фронте, у Ольги бабушка пережила войну в тылу. Мы гордимся очень нашими прадедами, прабабушками. У меня бабушка ветеран войны. Вот, и я горжусь тем, что сейчас буду делать. Для меня это очень большая память. И для всех ветеранов. Хочу передать всем большой огроменный привет, кто сейчас находится на самоизоляции. Дай Бог вам здоровья, долголетия. И самое главное, мы все победим, как победили и вы. Третий год проходит в Самаре акция «Трамвай Победы». Не отказалось от нее руководство Кировского депо и в период самоизоляции. Единственный «Трамвай Победы» курсировал 9 мая по третьему маршруту. Именно по нему во время Великой Отечественной войны трамваи возили рабочих на заводы оборонной промышленности и домой после смены. Мы стараемся связать нашу рабочую зону города Самара, Безымянку, с центром города, старым центром города, поэтому выбрали такой маршрут. Стараемся каждый праздник дарить людям добро, тепло, улыбки. И 9 мая мы решили остаться незамеченными, сделали трамвай Победы. В этом году пассажиров трамвая Победы было немного. Горожане откликнулись на призыв минимизировать поездки и остались дома. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.